Всем привет, дорогие друзья, всем привет! И сегодня у нас будет топ-5 лучших школьников-ютуберов по Brawl Stars. Сейчас поиграем катку. Это приватный сервер, просто у меня на основе какой-то там ошибка. Сейчас я вернусь, когда начнется катка. Сейчас она начнется... Все, сейчас вернусь. Так. Вот и началась катка. Сейчас мы, как всегда, сольем. Мы всегда сливаем в катках. Эта катка долгая. Я на ней потерял почти все время видосы. Ну ладно. Сейчас вставим музыку и продолжим, когда катка закончится. Так, вот уже продолжаем. И сейчас мы, наверное, все забьем, и все будет окей. Сейчас еще минута катки, но я думаю, что я поговорю эту минуту. Кстати, первое место в нашем топе займет вот этот боец. Вы не видите, какой? Ну, не видите, на кого показываю, так что это не спойлер. Ну, погнали. Так, ну что мне делать просто? Всю катку саму себе лучше забью. Забивайте. Нет, еще не забьют. Еще долго эта катка будет длиться. Зря вообще катки играю. Так, ну что, погнали. Выносить их. Давай. Оп. С меня Леон вынесет. Сейчас отхилимся. И пойдем дальше. Погнали к их воротам. Должны забить мы. О нет, не можем. Так, ладно, не знаю, что просто делать. Вот осталось 25 секунд. 24. Давайте я запускаю отсчет. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бой окончен. Я сам себе забил, потому что делать? Еще бы дополнительное время играли. Ладно, переходим к первому школьнику. Первое место в нашем топе занимает Фанни. У него крутые превьюшки на видео. Крутые аватарки. Крутая аватарка и шапка. Все у него крутое. Вот даже вот о канале, описание есть. Все топ у него. Да. Вот каналы, сотрудники, подписки. Все у этого челика топ. Вот сообщество он всегда пишет. Плейсты есть. И вот все, везде превьюшки, все топ. И переходим ко второму школьнику. Четвертое место в нашем топе занимает Эроин. У него вот крутые превьюшки, крутая аватарка и крутая шапка. Все у него норм пока что. Для такого количества это... Топ челик. Вот, смотрите, у него все есть. Все топ. Ссылка на всех будет в описании. Но описание у него маленькое. Вот эти челики. Подписки, наверное, на кого подписался. Ну ладно. И переходим к третьему месту. Третье место в нашем топе занимает Ева БС. Это единственная девочка, которая начала снимать Brawl Stars. Она очень скилловая, у нее 21 кубка в Brawl Stars. Я думаю, это очень много. Ну вот, у нее
Все, есть крутая шапка, аватарка, превьюшки. Ну, описание у нее только маленькое. Вот, это, наверное, подписки ее. Вот, видите, подписки. На кого она подписана? Да. Я думаю, вам не надо объяснять. Сообщество у нее все тоже вот написано. Ну, ладно. И переходим к второму месту. Второе место в нашем топе занимает Арлим. Это крутой челик. Вот у него все есть. Крутая аватарка, шапка. Не буду долго затягивать видос, а то он уже длится 6 минут. Переходим к первому месту. Первое место в нашем топе занимает Сонный Сэнди. Это топ-челик, у него все есть. Ой, что-то крутится. Вот, аватарки крутые, аватарка крутая, превьюшки на видео есть. И крутая шапка. У меня шапка так себе. Короче, это топ-чил. Я на него и намекал. И всем спасибо за просмотр. И всем покеда.